нашим предположениям, в нашем скворечнике родилось 3 бельчонка. И вот это самый маленький и самый слабенький. Сейчас мы его видим. Это мама, это ее голова. Она смотрит на нас, а мы на нее. Белочка забралась в небеса. Это маленький бельчонок, который родились в скворечнике из ламината. Белка прогнала всех скворцов и поселилась в скворечнике.